Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 2585, события дня. К Филиппийцам 1:29. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. За 7 января 2023 года. Ну и обращение о помощи, которое не можем никак нигде получить для брата Игоря, чтобы помогли. Я быстро прокручиваю здесь эту надпись. Курсором останавливайте, и дальше будет видно. Вот 5 роликов про эту семью. Все безобманно, чисто. Господи, пошли ему добрых людей. Вот какие-то дядьки в рясах портят ребенка. Удушение, а не воскрешение. Трудно поверить, это фигуры стоят на кого-то похожие. Даже не верится, что в такой степени можно ум свой отвратить от истин Христовых. Ну, представьте себе, вот сидят здесь апостолы или их пришли. Я посчитал где-то на всех соборах 1500 епископов. И вот сегодняшний он отмывается. Это крещение называется, ладошкой. Дорого, деньги заплатить надо. Мошенники, разбойники, по-другому не назовешь. Но это может быть слепленная такая, даже не верится, что-то официальное. Может быть, так слепили картину. Нашли человека, похожего на кого-то. Это вот какие новые фильмы вышли. Вот что писали в эти дни. Ну и сейчас вот говорим тут такое. 7-е. Рождество. Рождество Христово рано утром, в субботу договорились. Ну, рано, как бы или не погода, так. Народу было не так и много. Батюшка в Потеряевке. Ну, здесь были, потом концерт, позавтракали. Концерт был. Потому что кто готовил концерт, она почему-то в Потеряевку уехала, Надежда Александровна. А дочь ее провела этот концерт, назовем так. Ну, по милости Божией, все благополучно было. В этот день тепло было. Тут я с голубями все вожусь, выпускать боюсь их. Чужие прилетают, всю пшеницу поедают. Так, пришлось слово говорить о том, что Сын дан нам, о Рождестве. Так. Такое волхвы и звезды. Вот проповеди за другие годы. Люди наши знакомые выставляют. Выставляют сюда и самим приходят. Даже некогда прочитать. Вот как. Благодарим Бога. Тут и Елена привозила тут молоко кое-кому. Свое есть. Я думал, и не будет. Ну да, в этот день и не было так больше занятий. Если это у нас на 6-е, то это 7-е будет уже. Можно даже посмотреть будет, за какое число здесь идет у нас. За как раз первый день. Вот так.
Ну, на этом вот можно сказать все. Есть сколько. Все. Ну и слава Богу, все встретили прекрасно, приветствовались.